Ничего не знаем о европейских ценностях, потому что то, что нам показывают по федеральным каналам, не имеет никакого отношения к европейским ценностям. Работая в этих странах уже не один, там уже десяток лет, а плотно там не менее 8 лет, я могу сказать, что то, что нам показывают про Европу, это откровенная ложь. Просто неприкрытое перемазывание дерьмом или выпячивание каких-то фриков, которых хватает и у нас, дебилов. И при этом я приведу простой пример. В России в 33 раза полицейских больше, чем во Франции. Расскажите мне, у нас в Бутово так же спокойно, как в пригородах Парижа? Поэтому вот вам и ответ. Поэтому создание образа ворогра и создание якобы европейских ценностей в виде гей-парадов – это неприкрытая ложь. И если человек считает, что это так, что в Европе одни педерасты и лесбиянки, их это основное, что их волнует, это не так. Они жертвуют на благотворительность, они усыновляют наших детей, которые, причем я подчеркну, имеющих. Америка была единственной страной, которая усыновляла детей с колоссальными физическими дефектами. Мы это все прикрыли, поэтому говорить о европейских ценностях можно только в том случае, если вы там долго, ассимилированно живете, если вы знаете из поколения в поколение хотя бы 2-3 поколения европейцев, и только после этого можно открывать рот. А до этого момента надо всего лишь осознать, что наши ценности мы их сами не знаем, потому что мы их сами не сформировали.